Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодняшнее видео будет о покупке Андалуза. Сейчас я искренне радуюсь, что почти год, или когда у нас вышли Лузитана, уже не помню когда, что я так долго не покупала себе первого Лузитана, хотя очень хотелось, вон он, кстати, стоит на заднем фоне. Нет, я покупала серого, потом светло-серого в гречку, но чисто белого, светло-светло-серого Лузитана я так и не купила. И не жалею об этом, потому что сейчас у нас вышли обновленные Андалузы. И я даже до сих пор не могу решить, кого я хочу купить, потому что вот эти две лошади, которые стоят рядом, они мне напоминают двух лошадей, можно сказать, главных персонажей по игрушке Белла Сара, тоже по лошадям. И вот это как бы Белла сама. А это, я не помню, как коня называют, но он там какой-то типа огненный, и вот он выглядит точно так же. И, в общем, сегодня я буду кого-то из них покупать. Серого я не хочу покупать, хотя он шикарен, я вообще не говорю, что он плохой, он очень шикарен, но просто у меня в конюшне уже очень много серых лошадей, и поэтому я не получу никакого восторга, если вот просто возьму и куплю серого. Я потом его куплю, но не сейчас. Сейчас я вот думаю между этими двумя, потому что они тоже мне очень сильно нравятся. А помогать мне будет сегодня голос из зала. Здрасте. Да, который будет помогать, потому что я не знаю, кого взять! Ну, кстати, разница между Андалузом и Лузитаном, ну, есть. То есть я думала, они будут очень похожи, но они похожи, потому что, в принципе, по реальной истории Андалузы и Лузитаны это, как сказать, Лузитаны, по-моему, они появились путем смешивания Андалузов с какой-то еще лошадью или что-то типа того, но, если честно, я не помню. Так, вряд ли можно встретить породу лошадей, также тесно связанную с историей Европы, как андалузская. Так. Испанская, в переводе чистая испанская порода. То есть это чисто испанская порода. У нее характеристика сила 3, дисциплина 2, гибкость 2. Если ты хочешь получить королевскую лошадь в стиле барокко, то андалузская порода твой лучший выбор. Ну, кстати, у меня есть вроде седло в стиле барокко. Я не помню, покупала ли я. Я не помню. Ну, в общем, если сравнивать, вот Андалуз светло-серый, и вон там он светло-серый Лузитан, вон он стоит в углу экрана у меня. Вот, но... Не знаю. Я, наверное, куплю белого, потому что это же Андалуз, я всю жизнь хотела Андалуза светло-серого. Такой милашка. Это будет мальчик точно. Это будет точно мальчик. Или девочек, или мальчик, или девочек, или мальчик. Я не знаю. Ну, возьму все-таки белого. Зал, я решила взять белого. Что? Белого? Белого, а что? Ну, серого. Или серого, или белого. Ну, просто посмотри на белого. Сейчас он так повернется. Что ты головой мотаешь? Что ты белого? Вот это. Не? Или серого? Серого? То, что зал будет брать серого, я в курсе. Угу. Они мне все приятны, это всегда так. Да, собака за окном гавкает, вообще супер. Не, все-таки беру белого. Или серого? Не знаю. Ну не двоих же брать. Хотя деньги. Так. Белый. Так. Ангельская. Как бы тебя назвать-то? Ангельская тайна. Во. У меня будет белый андалуз девочка по имени Ангельская тайна. Вся.
зал, этот писк, он неконтролируем, он непереносим, он просто издаваем. Так, все, теперь бежим быстро смотреть купленную коняху, потому что у нее какая-то новая, две новые анимации, у нее испанская рысь и просто божественная свеча. Именно свеча, это не дыбы, это именно свечка. Это именно трюковая. Дин-дин-дин, давай же грузись быстрее. Быстрее грузись. Ну что такое? Так, вот мы и приехали в конюшню. Я даже специально выставила так, что у нас стоят в ряд три светло-серые лошади. Это Липицан, Лузитан и Андалус. Просто вот в принципе похожие, но все разные, даже просто потому, что они в разные года были созданы. А, ты пусечка какая. Прям такой белый-белый. Интересно, а у тебя погладить как? Нормально будет анимация? Криво, но мило. Чем его аж испугал. Так, давай мы тебя оденем. Что мы тебя оденем? У меня все с собой. Нагавки, вальтрап. Седло. Уздечка. Так, и все, пока подковы. Подковы пусть будут твои родные. Кто-то плачет. Я купила себе коня, кто-то плачет. Ну такая прям красотулечка. То есть вот вообще. Кстати, мне эта лошадь напоминает, когда в Шреке осел в коня превратился. В чисто белого, помнишь? Угу. Вот то же самое, по-моему, выглядит. Так, вот мы и выехали из конюшни. Я пока торопиться не хочу. Хочу посмотреть на его шаг. Пусть и лагающий у меня на экране, но шаг. Почему все так лагает, я не понимаю. Все же нормально грузилось до записи. Так, ладно. Я хочу посмотреть в первую очередь на свечку. У меня такое чувство, что она, когда опускается вниз, она должна еще и дымнуть, бодуть, короче, задними копытами вдарить, но она этого не делает. Просто посмотреть на задние копыта. Так, и испанский шаг. Зал, ты видел? Смотри. Это испанский шаг. Какая грация. Да-д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 а-
4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть она делает 8 шагов испанским шагом. И 9-й просто, чтобы встать на место. Ну классно. Классно, классный хвост такой кудрявый. А-а-а, какая божественная рысь. Лёш, ты должен купить этого коня. Чего? Ты просто потому что шикарен. Просто это конь королей. Королевский конь, ты понимаешь? Для королей. А на твоем экране как бы он смотрелся. Уф, прям вообще-то. Ой, ну классно, классно. Почему лагает так, я не понимаю, правда. Ну классно. Прям вообще, вот прям вот мечта, а не конь. Ой, бы галоп вообще тоже классный. Ну-ка, прыжки.
Все, лошадь мечты. Все, классно. То есть вообще прям вот, ну, испанская рысь это. Ты дай. Во, идеальный кадр. Прям идеально. Пойдите только сфоткать. О, все, прям кадр на заставку. И напишу так: покупка андалузской. Просто красотки. А как, кстати, ты еще на галопе останавливаешься? Давай, тык-дык. О, ну классно. А задний ход как ты делаешь? Ну, прям такая пушечка, я прям не могу. Ну все. Вот так и должна была у меня выглядеть в моих мечтах белая лошадь. Вот все. Осталось только посмотреть, какие на нее прически есть и вообще все. Так, все, мы приехали на ферму Стива. Нет, ну, серьезно, лагает. Я не понимаю, это во время записи только такое происходит. Это. Ой, елки, не хочу, но, видимо, придется переходить на другую программу записи, хотя вообще не хочется, потому что к этой я привыкла по полной. Так. Причесочки. Так, ты. Косичка. Смотри, какая у нее косичка. Ну-ка, если так. Не. О, с шишечками ничего. Что ты головой мотаешь? Ну не, у нее почему-то хвост у нее не остается. Он такой расчесанный какой-то. Шишечки, кстати, тоже нового типа. Сейчас все лошадей, которых выпускают, у них у всех шишки нового типа. Это прекрасно. Так, а тут, кстати, что с хвостом? Ну тут тоже косичку. Не, тут слишком шикарная грива и хвост. Я не буду менять. Вообще не буду. Что вообще не буду. Ну-ка. Ты посмотри. Просто такие глазенки. Тупо. Ой, ну ладно, залагали. О, в общем, спасибо, что вы были со мной, что посмотрели это видео. Пишите комментарии, как вам понравилось это видео, как вам вообще данный конь, именно порода, андалузы, как их обновили, нравится ли вам, купили вы себе такого или хотите какого-то купить. Или если у вас просто есть идеи для моих дальнейших видео, так что жду ваших комментариев. Спасибо, что посмотрели. С вами была я, Донали, и моя новая лошадь «Английская тайна». Не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Так что всем пока, удачи вам!